утро, ребята! Ой, очки падают. Всем доброе утро! Мы сейчас едем в российское консульство. Вот. И после него мы поедем в аэропорт провожать бабушку. Вот. Почитала я комментарии. Огромное спасибо, что вы переживаете за меня. Но сегодня вы вообще все светлые. Сейчас я все затемню сейчас. Вот, сегодня у меня уже глаза не болят, а точнее один глаз не болит и вроде не так сильно опух, в общем, и мне кажется, просто испарение вот этого вот клея попало в глаз, возможно, я тоже там много улыбалась, возможно, чуть-чуть попало вовнутрь, вот, ну а так все нормально, все прекрасно, жить буду. Ты что, уже все обращалась вчера? Да. В общем, все нормально. И, кстати, писали за стрелки, что очень красиво, большое спасибо. Но я всегда такие рисую, просто с ресницами они выглядят более ярко, более эффектно, чем просто с накрашенными, да. Вот. Так что, все, едем. У нас уже с самого утра вроде как жарко. Ну, 24 градуса в 9 утра. Ой, да, сейчас, кстати, 9 утра. Мы проснулись. Это вообще... Никто даже не может представить. Вообще никто не может представить. Мы так рано никогда не встаем. И это да, еще не да рано. Да ладно тебе, никогда не встаем. Вот тоже любишь преувеличить. Зая, ну а когда мы встаем? Тогда, когда нам куда-то только надо. А если по-обычному, если у нас свободный обычный день, то мы спим до 11. Ну что? Ну не прям никогда. Ты не себе противоречишь. Только что сказала, что когда нам куда-то надо, мы встаем. Ну да. А так просто так мы так рано не встаем. Ну, ты говоришь, никогда. Хорошо. Никогда. Никогда неправильно. Никогда неправильно. Все. Выключаю камеру. Сейчас, ребят, была в русском консульстве. А Ваня там уже, не знаю, второй, наверное, или 2,5 часа уже сидит, там ждет. А как бы мне зайти туда нельзя, там пускай только если тебе нужно что-то сделать, то тебя пускают. А так, если ты просто, ну, за компанию, то не пускают. Смотрите, какая стена. Она такая большая, вся в цветах, такая классная. В общем, я решила пойти в машине посидеть, там хоть не так скучно. А здесь, получается, детская школа, и походу там летний лагерь. И слышите, музыка орёт, они там танцуют. В общем, прикольненько. Но вот эта вот стена, это вообще красота такая. Ну, тут еще цветочки уже все обгорели. А вот здесь вот цветов побольше. О, суперски. Мне не так нравится, классно. Ну что, ребят, все. Ваня взял справку. Наконец-то. Да, стоила она 9 евро. Чувствуете разницу, да? 69. Кто не помнит или кто не видел влог, такой же. В украинском посольстве стоит 60 евро. Да, справка о семейном положении. Ты так держишь, там сейчас ветром все сдуло. Ну а как держать-то? На, держи ты. Вот так надо держать. Вот ты так, значит, и держи. В общем, нам для того, чтобы нам с вами расписаться в испанском ЗАГСе, нам нужно предоставить две бумаги, с одной стороны и с другой стороны, о том, что мы не замужем, и либо мы разведены, либо, ну, короче, доказать, что мы свободны. Вот, в украинском посольстве эта бумага стоит 60 евро, а в российском посольстве эта бумага стоит 9 евро. А сейчас мы приехали в аэропорт. Вот. Аэропорт. Будем ждать бабушку. Тетёля Зелёва должны приехать. Вот. А сейчас, пока мы их ждем, мы пойдем с Ваней завтракать, потому что мы голодные, приголодные. Да, мы так мы и кофе попили. Кофеёчек, да. Сейчас уже начало первого. Мы, кстати, долго провели там время. Вот, так что. Долго провели там время. Много времени там провели. Мы там Ой, по-испански сказать. Время очень много провели там. Да. Так что все. Теперь можно и отдохнуть немножко. Да. У нас тут такое эхо, потому что, видите, мы под крышей идем. У нас крыша есть. Мы под крышей. Мы под крышей. Ну что ты меня только снимаешь? Снимай. Ну потому что я прикрываю, чтобы ветра не задувало. Снимай себя. А-а-а! А-а-а! Все.
В общем, ребят... Всем приятного аппетита. Да. Всем приятного аппетита. Я ем булку. Кстати, это очень вкусно. Те, кто... Я думаю, в России нет панцири, там, в Украине. Вот, кто в Испанию ездит, панцирь. Продается очень вкусный бутерброд. Он с курицей и с перцами, да? Да, зеленый и красный перец. Красный. Он очень вкусный. Там что-то... Соус. Ну, короче, вкусная штука. Кто не пробовал, попробуйте. Нам, кстати, раньше панс не нравился. Сейчас мы панс очень любим. Да. Здесь получается свежий испеченный хлеб. То есть не просто это фастфуд, а такой вот, ну, более-менее... Это свежий испеченный фастфуд. Да. Вот, а я себе взяла бублик. Вот такой вот бублик. Не, наверное, его вверх ногами мил. Да, вот он. Такой вот бублик. Здесь у меня рукола, какой-то Филадельфия, наверное, моцарелла, помидорки и специи. Потому что я буду кушать вот такой вот вкусненький бутерброд. Он такой небольшой, кругленький. И вот такую вот чашку кофе мне сделали, стакан. Вот, а у Вани тут картошка нашла вместе с бутербродом и кока-кола. Ладно, все, мы будем завтракать, кушать. Всем приятного аппетита. Так, мы сейчас припарковали машину. Здесь очень прикольный такой паркинг. Смотрите, все желтенько, все такое прикольненько. В общем, бабушку мы уже провели. Сейчас я вам покажу. Бабушку мы провели, а сейчас мы приехали, привезли Надю в пиццерию Давида. Вот, потому что мы в его пиццерии никогда не были, вот идем на экскурсию, так сказать. Вот. Ты сейчас уже сказала, то, что бабушку отправили? Да, все, а бабушка уже наша полетела, но она еще не вылетела. Ну, два... Через полчаса, по-моему, у нее вылет. Да, я хотела сказать взлет. Вот. Мы сейчас находимся в городке Корнея, но он очень рядом с этим. Барселона и с аэропортом. Да. Вот. Ой, сегодня жарко. Смотрите, короче, знаете, в этом городе вот эти вот, видите, дерево? На самом деле это куст. Они просто его подстригали постоянно, и получилось дерево. Вот так вот вдоль улицы все такие растут. Вообще, как бы они... Ну, я видела так, точно такие же, только в форме куста. Может, вид именно деревьев таких? Даже не знаю, может, это правда. Как много лет. Ну почему не видно, смотри. Вот. Вот это вот все, вот здесь вот были веточки, а их нет. Видишь, оно просто заживает у них, и потом это. Ладно, пошли, веточки. Вот капнуло. Зай, на меня накакала птичка. Ого. Блин, серьезно? Да не, нормально. Видно, там напекалывалось. Мы уже приехали в Сабадель. Нам нужно идти на почту. Держи, Зай. Нам пришла бумажка, что к нам пришла посылка. Поэтому ее нужно забрать. Мы хотели открыть абонентский ящик, чтобы посылки приходили не на дом, а на почту. Ага. Короче, стоит... 80 евро в 3 месяца, по-моему. Да. Да. Или в год. Ну, короче, очень дорого. Мы решили, ладно, пусть тогда приходят на дом, так намного дешевле. Идем забирать посылочку. Мы даже не знаем, что там нам пришло. С Китая на Ванино имя. Жарко? Жарко? А, справимся. Какая вот у нас почта маленькая. Угу, на обед никого. Так, пока никто не видит. Маленький. Интересно, что там. Мы вообще хотели сходить в другое. Мы вообще хотели в другое место пойти поужинать, но там было все заново. Заново? Занято. И вот мы ходили около часа, искали, где нам еще остановиться. В общем, остановили в Антику кафе. Антику. 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 Антику кафе. Я купила себе
Знакомьтесь, это Аня. Аня и Артур. Вот. Очень приятно. Я голос. Аня. Да, так. Голос за кадром. Я голос подписчиков был. Ну покажи, что заказали. Да, у меня тут курица пришла. Сама. Нарубала себя. У тебя что там? Карбонара. Карбонара? Я тоже. А, вы оригинальные. А у меня рис с грибами и сосисками. Вообще прекрасно. Ладно, всем приятного аппетита. Сейчас будем есть. А еще идет футбол, мы его не можем смотреть. У нас нет телека. Он внутри. Даже в отражении не видно. В общем, мы покушали, ребят, нам не очень понравилось, если честно. Там самое вкусное это было кофе, да? Да, самое вкусное это было кофе. Вот, и сейчас... Был кофе, да, вкусно. И сейчас мы тут фоткаем. Че мы фоткаем хоть? Какой-то... Мы снимаем, как фоткает Аня. Да, но Аня фоткает какое-то здание. Мы это даже это не... Это витамин. Типа администрация города, во. Вот. Наверное. Да, красиво подсвечивается, да? Такое красивенько. Флаги Каталонии, Испании. Посмотрели мы футбол Испании. Она проиграла, я не знаю. Я в шоке, мне стыдно. Мне стыдно, что они проиграли. Как так вообще? Как могла Барселона... Ой, не Барселона, а Испания проиграть? Я вообще в шоке. Пенальти ужас. Промахнуться. Ну, не промахнуться, еще... не забить. А еще у нас как-то прохладненько стало. Да, я что-то чувствую, у меня типает. Нам всем стало как-то холодно. Ребят, мы уже дома. Ребят, мы уже дома. Да, мы уже... Как дела? Хорошо. Зая, а когда мы уберем эту штуку? Давай ее уберем. Какую? Сидушку. Ну это все спортивное, это все нужно убрать, потому что... Сидушка тоже спортивная. Ну сидушка от велосипеда, от велика. Ее тоже надо нужно... ей придумать новое место. Так, в шкаф ее уберем, у нас там сейчас пусто практически. Точно, даже есть шкаф для обуви. Для обуви, которая, да. Вот это. Ну, бери сюда. Можно, кстати, вот так. Подожди. Ты у меня гений. Тебе нравится? А потом завершим это вишенкой. Гениально. А если ты будешь открывать дверь, не упадет? Нет, это вообще есть четко, смотри. А другую дверь? А вообще четко говорю. Ну ладно, пусть висит там. Это мастер? Мастер. Ну, телек включи. Ну, включай. Я тут уже начала монтировать влог, ты ребят. Начала влог монтировать? Да! Хотя сегодня ты, по идее, как вроде как монтируешь влог. Что-то у тебя за луна во лбу. А ну опусти меня, чтобы было место твоей головы. Зая светится. Зая, смайлик, тебе добавить туда еще эти? Глаза и рот. Будет вообще прикольно. Что сейчас будешь делать? Похоже на глаза. Ну, какие-то очень злые и грустные глаза. Злые и грустные? Да. Что я сейчас буду делать? Да. Не знаю, мне намекает данный аппарат, что нужно зайти в FIFA. Да? Вы видели сейчас, Катя. Это лицо говорит, что не надо в FIFA. Не если надо. Если ты будешь играть в FIFA, то я пойду спать. То я пойду спать. Покажи, как ты будешь спать. Вот так будешь спать. Это было очень красиво.
Ладно, прощайся. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Попрощайся, как мышка. Как мышка? Да. Как кролик. Все, ребята, пока-пока. Кролик последний день своей жизни. Все, заканчиваем. Все, пока. Привет, друзья. Hola, amigos. Знаете, что мы будем делать сегодня? ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy? Сегодня мы будем учить названия домашних животных и не только. Hoy vamos a aprender los nombres de los animales domésticos y no solo.